Покажи свои фонарики-то. 11-летняя Саша Цветкова была жизнерадостным и смышленым ребенком. Девочка с 4 лет встала на коньки, а в 5 сама научилась плавать. Я хочу поздравить вас. Завершился 3 класс. Все старались, не ленились. Все сознательно трудились. Родные не могли нарадоваться. Куча грамот и призовых мест не только на школьных, но и республиканских олимпиадах. Саша уже начала готовиться к следующему конкурсу, но принять участие в нем не успела. 18 сентября, через 72 часа после 11-го дня рождения, Сашеньки не стало. Последние минуты жизни школьницы запечатлел видеорегистратор. Видно, как три девочки переходят дорогу по зебре. Водитель первого НИФАЗа остановился пропустить детей, но слева летел Ильгиз Якупов. Игнорируя все знаки, он задавил Сашу Цветкову и протащил ее на колесе более 20 метров. После случившегося водитель НИФАЗа-убийцы выходит из автобуса и начинает звонить, но не в скорую, а родственникам. Спустя почти 5 месяцев после трагедии Ильгиз Якупов не извинился перед семьей Цветковых ни разу. Сейчас уголовное дело передано в суд. Наталья Овчарук, «Комсомольская правда», Уфа.